5 августа в Гомельском горосполкоме пройдут очередные аукционы. Один из них на право заключения договора аренды земельного участка. На торги выставлен единственный лот. Участок находится на Улуковской улице в районе жилого дома номер 23 и предназначен для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома. Начальная цена – почти 3300 рублей. Еще один аукцион по продаже незавершенных строительством незаконсервированных жилых домов и право заключения договоров аренды земельных участков. На торги выставлены два лота. Оба участка находятся в Романовичах и предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Стартовая стоимость лотов примерно от 7500 рублей до 8100. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомель-Геодесцентра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 310948 или в Гомель-Геодесцентре по номеру 301246. We'll be right back.